9 июня весь мир отмечает Международный день архивов. Символично, что именно в этот день родился наш герой, знаменитый видновский архивист Михаил Кудрявцев. Всю жизнь он посвятил истории и сбору информации. Долгие годы проработал в архиве президента, а в середине 90-х начал свой профессиональный путь в тогда еще Ленинском районе. Владимир Меньшов, в те годы руководитель видновской дирекции киносети, вспоминает, как проходило его знакомство с Кудрявцевым. Когда мы запустили кинотеатр и стали проводить общественную работу, мы стали дружить на постоянной основе. Он рассказывал интересные вещи о документах, рассказывал очень завлекательно, эмоционально. И надо сказать, у него была такая черта, когда он мог заинтриговать зрителя. И повествование у него всегда было довольно интересное. О повествованиях Михаила Николаевича ходят легенды. Многие, кто с ним соприкасался, отмечают, что он оратор от Бога. Михаил Николаевич вел экскурсию. Это был не просто талант, это было талантище. Настолько ярко, образно, театрально, красиво и с глубоким знанием темы он говорил, что вот все сидевшие в автобусе сидели вот широко открыв рот, а когда заканчивалась такая экскурсия, то были аплодисменты. С Владимиром Меньшовым Кудрявцев работал в нескольких проектах. Один из них – программа на телеканале «Видное ТВ». Вместе с журналистом Людмилой Медведевой они делали передачу о родном крае. Вообще Михаил Кудрявцев стал основоположником краеведения в муниципалитете. До него никто не собирал информацию об истории района. Поднимал архивы и общался с ветеранами, которые делились с ним воспоминаниями. А после излагал все это в книгах и статьях. В основном все книги, которые написаны в нашем районе, они написаны по информации Михаила Николаевича, который он скрупулезно, сидя в архивах, собирал все. И сейчас вот, да, это достояние нашего района, мы все должны знать нашу историю. И спасибо ему огромное за то, что он столько времени, столько сил и с такой любовью собирал всю эту информацию и делился ею с нами. Плодотворная работа у Кудрявцева сложилась и с Алексеем Плотниковым, которого в краеведение привел наш герой. Вместе они написали не одну статью для областной газеты «Калита». Они вообще много чего делали вместе. С Михаилом Николаевичем мы работали над многими проектами. И, конечно, прежде всего над историей Видновского края. Я радуюсь тому и, наверное, горжусь тем, что вместе с ним я не одну статью перелопатил. Он приходил ко мне с готовыми статьями, а я над ними работал. Михаила Кудрявцева не стало в 2007 году. И, как отмечает Алексей Плотников, с ним ушла целая эпоха. Эпоха культурно-исторического взлета Ленинского района. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.